Как это происходит в аллее? Сейчас у меня шел ребенок и упал. И упал в обморок. Ждем скорую помощь. Администратора мы найти не можем. Где девушка администратор? У вас в магазине. Таблички не было. Таблички не было. Вот так это. Вот так это все у нас происходит. Она вот здесь упала. Ну а сперва мы прошли там. На кассе все мокро. Где администратор? Полчаса по магазину хожу, администратора до сих пор найти не могу. После того нас поставили вот таблички везде по магазину. Вот такие лужи у нас. Мы задаем вопрос, что это в магазине? Нам говорят, мы ничего не знаем. Кто ответственный за это? Ничего не понятно. Вот. Сам чуть не упал, не убился ребенок. Будем писать жалобу или как? Администратор. Ждем полчаса администратора. Раньше был номер телефона, всегда администратор. На рабочем месте нет. Кто за это за все ответственный? Вообще честно не понимаю. Везде лужи, везде. Пройтись по всему магазину, лужи везде. Администратора мне позовут, женщина, не скажете, пожалуйста, вот у вас покупал, до сих пор никого нету, ни администратора дождаться не могу никого. Подходите завтра, будет директор, и вот разберемся. Ребенка забрали, вот на скорую помощь, остальные. Хорошо, хоть скорая помощь через 10 минут вовремя приехала. Нет, пойду администратор. А, смотри, магазин, они уже все закрыли. А где я буду искать администратора сейчас? Тут же за нашим выходом.